Украинский историк и исследователь с армянскими корнями Филипп Эказьянс дал ответ одному из ведущих армянских лоббистов в России, медиамагнату Араму Габрилянову, который ранее опубликовал публикацию в социальных сетях с призывом признать Филиппа Эказьянса предателем армян. Как передает Ахар Ас, Эказьянс в ответной публикации отметил, что предатели Армении – это те, кто исказил армянскую историю и сделал из армян злобных и неутомимых врагов для своих соседей. Лучше несколько лет прожить в правде или хотя бы в ее поисках, чем поколениями глотать ложь и во имя лжи уничтожать себя и всех вокруг. Я познакомился с тем, что пишут о вас в СМИ, и очень рад, что узнал о вас, хотя и таким вот образом. И в ответ я хочу сказать вам следующее. Арам, в ваших руках находится механизм, с помощью которого вы могли бы помочь высвободить наш народ из кокона заблуждений, в котором он уже три века задыхается. Используйте ваши возможности для того, чтобы по-настоящему помочь своему народу, который вы очевидно любите. Возможно, у вас хватит мудрости и терпения для того, чтобы ознакомиться с моими работами лично, а не судить о них по истеричным выкрикам из соцсетей. Уверен, что после этого вы принесете мне публичные извинения, и мы выпьем с вами азербайджанского чая», написал Филипп Эказьянц.